Заместитель министра строительства и ЖКХ России высоко оценил реализацию в Башкортостане национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе рабочего визита в Уфу Никита Стасишин посетил долгострои города, объекты, которые строятся в рамках федеральных программ. Один из первых объектов – это жилой комплекс «Цветы Башкирии» в Уфе. Возводить его начали в 2018-м. На сегодняшний день из 28 многоквартирных домов сданы в эксплуатацию только 4. Застройщик компании «Архстройинвестиции» является лидером по объему водожилья в регионе. Так, в прошлом году было построено 69 тысяч квадратных метров. В этом году планируется эту цифру удвоить. Также замминистра строительства и ЖКХ страны посетил долгострои Уфы. Среди них жилой комплекс «Менделеевский», который сейчас достраивает республика. В 2023 году планируется передать ключи от долгожданных квартир дольщикам. Еще один проблемный объект находится на улице Энгельса. Многоквартирный дом достраивается при участии Федерального фонда защиты прав дольщиков. Башкирия – это, наверное, один из немногих регионов, где не просто хорошо реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», объем водожилья увеличивается, новые площадки, вовлекаемые в оборот, создают нового качества жилья, решается проблема обманутых дольщиков. И вот на каждой площадке, на которой мы сегодня были, полностью соблюдены все сроки, все качество соответствует заявленным подходам при начале продажи. Также заместителю министра показали строительную площадку нового водовода в районе Забелия, к возведению которого приступили в конце лета текущего года. Это один из крупных инфраструктурных объектов столицы Башкортостана с общим объемом финансирования 8,5 миллиардов рублей. Общая протяженность водовода более 23 километров. Он включает переходы через реки Дема и Белое, железнодорожную ветку, автомагистрали Уфа-аэропорт и автодороги микрорайона Дема. Следующий объект – это как раз по программе «Стимул». Это водовод и водоотведение, канализация, которые мы строим и запланируем за 3 года освоить 8,5 миллиардов рублей. В этом году 2,8. Это дает нам возможность в Забелье протянуть сети, которые позволят уже потом построить там более 2 миллионов квадратных метров жилья, а в последующей перспективе увеличить это до 16 миллионов квадратных метров жилья. Это, по сути, Уфа может в ту сторону развиваться. Это было бы невозможно, если бы по программе «Стимул» федеральное правительство нас не поддержало и не выделило нам вот такую большую сумму. Это впервые произошло. Также заместитель министра строительства и ЖКХ посетил жилые комплексы «Аристократ» и «Символ», застройщиком которых выступает группа компаний «Жилстройинвест». Он отметил, что данные проекты реализуются на хорошем уровне, учитываются все пространства, необходимые для комфортной жизни.